хотим всем рассказать, что Иисус любит каждого человека. И мы будем петь об этом везде. И дома, и в церкви, и по телевизору, и даже по радио. Почему? Потому что Библия об этом говорит в Псалме 77, стих 4. Мы не будем прятать эту истину от наших детей, но расскажем следующим поколениям о славных делах Господа, о Его силе и об огромных чудесах, которые Он сотворил. Любит нас.